Сейчас мы начинаем второе отделение нашего карнавала. Ну и по традиции оно начнется замечательным блоком, который называется у нас «Поем вместе». Сейчас мы на сцену приглашаем двух наших блестящих запевал, Алексея Подшивалина и Алексея Смоляра. Начнем мы с замечательной песни Висбора «Ботик». Один рефрижератор, представитель кап страны, попался раз в нешуточную югу, а в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что ж вы, ботик, потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстран, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под Двина виден только капитан хорошего армянского разлива. Что ж вы, ботик, потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Да и спекит лишь, падлы, капитан кричит седой, француженка, быть может, мать твоя, а может, вы совсем уже, пардон, шпрехензидойч, а судно отвечают... Я-я-я! Что я? Что ж вы, ботик, потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракету на балбеса, а ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. А под ним вот такими буквочками написали: что ж вы, ботик, потопили, гады? Был у него новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.